Дорожный конфликт в Железногорске закончился тем, что водитель избил своего оппонента и помочился на его машину. Все произошло накануне вечером на проспекте Ленинградский. Дорогу не поделили во дворе. На кадрах, которые сняли очевидцы, один мужчина подходил к машине со вторым водителем с разных сторон. Открывал двери и бил его, кричал и угрожал. В конце концов, зачинщик помочился на автомобиль и плюнул в открытое окно. По словам местных жителей, агрессор на красной машине – местный таксист, который заблокировал второе авто на выезде из двора. А водитель второй – мужчина после инсульта, поэтому он не смог оказать нападавшему сопротивление. ДТП с двумя погибшими произошло в Шарыповском районе. Автомобили Opel Astra и Deo столкнулись на дороге возле деревни Парная. Первая иномарка, которой управлял 27-летний мужчина, выехала навстречу. Водитель и пассажир второй погибли на месте. Еще один пассажир Deo получил травмы. В Opel тоже. Водитель и оба пассажира травмированы. Еще одно ДТП с пострадавшими произошло сегодня на перекрестке улиц Кутузова и Котовского. В «Тойоту» на большой скорости врезался ВАЗ. От удара иномарку развернуло, она выехала на тротуар и задела опору светофора. Судя по кадрам камеры наблюдения, ее водитель дождался, пока загорится зеленый свет, и только после этого начал движение. Оба водителя попали в больницу. В Красноярском крае будут судить пятерых мужчин, которые незаконно заготовили леса на 3 миллиона рублей. Организовали незаконную вырубку деревьев на территории Дзержинского и Орловского участковых лесничеств. Разрешения у них на это не было, но бригаде рабочих они об этом не сказали. В результате с марта по август 2019 года было незаконно спилено более 600 кубометров деревьев. Увеличение здания ТРЦ «Планета» в два раза одобрили в мэрии. Решение на общественных слушаниях приняли за 9 минут. Теперь собственник может готовить документы для реконструкции здания и приступать к работам. Все работы должны пройти в границах квартала, что занимает здание. Других строений и жилых домов тут нет. Площадь здания увеличится со 124 до 230 тысяч квадратов.